الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Уважаемые братья, чтобы не закрывать своих братьев тоже, кого если спина болит, можете к стенке прислониться, иншаллах, чтобы каждого хак ценить, поэтому, иншаллах, лучше сесть во время худбы. На сегодняшний день очень много у нас есть такие непонимания, опять же, когда вот мы встречаемся, общаемся с братьями. Аль-ифрат ват-тафрит, то есть есть некие такие люди, которые хотя все сделать ради Аллаха субханаху ва тааля и думать, что при этом нужно всю эту дунью оставить, все дела оставить и только поклоняться, заниматься поклонением, сидеть в мечети и больше ничего не делать, не работать. Иногда бывает, эти люди оправдывают себя тем, что они поклоняются Аллаху субхану ва тааля, не хотят работать, лентяи, тем самым они оправдывают себя, то, что как бы Аллах от нас сотворил только для того, чтобы мы поклонялись Аллаху субхану ва тааля. И у него неправильное понятие в этом вопросе. Неправильное понятие. Потом появляются разные секты, сектантства и так далее. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля рахбаниета фил ислам», нету рахбания, нету монашества в исламе. Аллах в Коране сказал: «Вабтаги фима атака Аллаху дар аль-ахира ва ла танса насибака мин ад-дунья». То есть ты стремись ради того, что Аллах тебя уготовил в судный день, и не забывай свой насиб, свой удел в этой жизни. И также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал верующих, сахабов и наша умма, альхамдулиллях, уммату ль-васатия, уммату ль-и'тидал, наша ад-дин, наша шариа, это золотая середина, это справедливость. Также если высказано: «Ва'амал ли-дунья ка'аннака та'ишу абада, ва'амал ли-л-ахира ка'аннака тамуту гада». Что касательно этой жизни дунья, старайся так с намерением, как будто ты здесь живешь вечно, а ради ахирата, вечности, судного дня, старайся с такими намерениями, усердствуй, как будто ты завтра покидаешь этот мир. Также как же взять баланс вот это между дунья и ахира? Потому что это некоторые другие же люди, наоборот, оставляют айбадат, оставляют поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Та'аля и только работают, работают, работают. Они, эта жизнь их ослепила. Даже наши братья-мусульмане во время Рамадана кушают, сидят там и говорят: «Как же, субхану, вы же мусульмане, сейчас у нас месяц Рамадан, Аллах приказал поститься в этот месяц. У меня работа, брат, да, что я поделаю, вот я должен работать. Почему ты намаз не читаешь? Я работаю, я зарабатываю этот деньги для того, чтобы прокормить семью. Аллах, субхану тааля, меня не будет за это спрашивать». То есть он за себя уже решает. Много можно слушать людей, философия у каждого своя, но я предлагаю вернуться в Коран и в сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хак один, истина одна. Как же держать тот баланс между дунья и ахира? Мы взяли из разных книг с далилями. إن الاختلال في التوازن أمور الدنيا والآخرة كان ولا يزال أحد الأسباب التي جعلت المسلمين يتعثرون في نهضتهم ويضعفون في الوصول إلى أهدافهم. Поистине, вот это нарушение баланса между дунья и ахира, это всегда было. Всегда было именно той причиной, что люди как бы не достигали своих целей, которые они ставили перед собой. И это мешало их росту в этой жизни. إن البعض يحملون مفهوما خاطئا عن التوازن بين الدنيا والآخرة وأي خلل في فهم هذه المعادلة سيؤدي إلى أخطاء كبيرة وتقصير عما يريده الله سبحانه وتعالى. Поистине, если какой-то дефект будет в понимании баланса, держать вот это, как правильно держать баланс между дунья и ахира, тогда уже это приведет к большим ошибкам. То есть секта откуда зарождается? То есть они по-своему, когда понимают, по-своему трактуют. И тогда мы уже окажется человек в том, что он противоречит тому, что от нас требует Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Это дуа, этот аят в сурат Аль-Бакара, 202 аяте.
где Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Вамин ан-нас» есть люди, которые просят у Аллаха Субхану ва Тааля: «О Аллах, дай нам и в этой жизни все наилучшее, и в вечности все наилучшее, и спаси нас от наказания джаханнама, от наказания ада». Ибн Кафир, великий муфессир, сказал: «Аль-хасанату фид-дунья ташмилю кулля матлубин дуньяви мин афиятин ва дари рахба ва ризкин васиа ва ильмин нафиа ва амали салих ва маркиб хайин ва сана джамил». То есть Ибн Кафир сказал, что касательно дуа вот этого: «О Аллах, дай нам из этой жизни все самое лучшее», туда все входит, говорит Ибн Кафир: просторный двор, обширный удел, полезные знания, благие дела, хорошее верховое ездовое животное, то есть машина. А что касательно: «О Аллах Субхану ва Тааля, дай нам и вечность, и самое наилучшее», то наилучшее, что может быть в судный день, это если человек зайдет в джанна, если человек зайдет в рай. И также, если Аллах его сбережет именно от этого страха судного дня, волнения, вот этого стресса судного дня, и облегчит его хисаб, его расчет. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, просил дуа: «Аллахумма хасибни хисабан ясира», «О Аллах, спроси меня легким расчетом». Когда спросили: «Вама хуа аль-хисабу ясира, я Расул Аллах», что же такое означает легкий расчет? «Ан ятталя Аллаху иля а'мали, вала ясальни, вала юахидни биха». Это если Аллах, субхану ва та'аля, посмотрит на мои дела и не будет меня за них спрашивать. «Фаддунья фил мафхуми ль-исламе сахих, василатун ли тахсили макасид ш-шари'а». والكسب في الدنيا من الواجبات لأنه لا يستطيع الاستقلال بالعبادة إلا بتأمين الضروريات حياته. Поистине, в исламском понимании, с точки зрения Корана и Сунны, дунья, то, что человек здесь работает, зарабатывает, старается, в первую очередь должно быть это все из халяля, конечно, это есть сабаб, есть причина для того, чтобы он хорошо, должным образом поклонялся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы он должен покрывать свои необходимые жизненные вещи. وَكُلُّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. И все такое есть правило усуль фикхи. То есть если, например, какое-то действие человек хочет сделать, и какое-то обязательное действие, и он может сделать только посредством другого какого-то это дело, то дело тоже становится для этого дело ваджибом, обязательным. Например, когда мы читаем намаз без тахарата, намаз фард. Без тахарата намаз недействительным. Если в этом случае тахарат ваджибом становится, фардом, для того, чтобы совершить намаз. И тут тоже, если, например, человек живет в этой жизни, поклоняется Аллаху, он должен кушать, должен там смотреть детей и так далее, то для него тоже становится ваджибом обязательным именно зарабатывать и работать в этой жизни. فإذا كانت الدنيا بهذه المثابة وأنها منزل وممر لا موطن ومقر فالآخرة هي دار الجزاء قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. И мы понимаем, да, тоже верующий человек должен понимать, что эта дунья — это не вечность, это как коридор к вечности, отсюда человек проходит, то есть он не должен ослепляться этой жизни. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: если ты завершил какое-то дело, то тогда трудись и будь устремлен к Господу своему, будь устремлен ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. عندما يبتعد الناس عن منهج الأنبياء. Вот здесь вот вся проблема. Когда люди от манхаджа посланников, пророков уходят, тогда уже начинается философия, начинается у человека свое понимание и так далее. Есть четкий манхадж, есть вот этот манхадж пророков, посланников Аллаха Субхану ва Тааля, вот эта программа, которую мы должны брать. وعن اتباع الشرائع الإلهية تصبح الدنيا محورهم الأساسي وهي آمالهم وموضع لذاتهم ويصبح عبيدا لها. И также если человек отойдет от поклонения Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, то эта жизнь станет как ось, вокруг которой он будет бегать и становится рабом этой жизни. То есть если человек забудет поминать Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и будет жить только ради этой жизни, он становится рабом этой дунья. Также, как видно, если человека отдаляет от намаза, от поста в этой дунья, тогда он становится рабом не Аллаха, а рабом этой дунья. وَجَاءَ الْقُرْآنَ لِيُصَحِّحَ هَذِهِ الْأَوْضَاعَ وَيَدَعَ الْمُسْلِمَ عَلَى الْجَادَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ فَالدُّنْيَا لَيْسَتْ غَايَةً وَإِنَّمَا الْوَسِيلَةُ وَلَا بُدَّ مِنْ إِعْمَارِهَا فَفِي هَذِهِ الدُّنْيَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَفِي هَذِهِ الدُّنْيَا نَتَعَلَّمُ.
Поэтому мы должны понимать, что это дунья, это как причина для ахирата. В этой жизни мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, нам нужны силы, должна быть амуаль. И также мы получаем знания в этой жизни. قال تعالى Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: Инна ланансуру русулана валлазина аману фил хаяти ад-дунья ва йаума якуму аль-ашхад. В сурате Гафир Всевышний Аллах говорит: поистине мы помогаем своим посланникам и тем, кто уверовали в этой жизни, Аллах ему дает поддержку, помощь. Ва йаума якуму аль-ашхад. И в тот день, когда они засвидетельствуют, станут свидетелями, то есть в судный день. Аллах и в этой жизни верующим помогает, и в вечной. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. В сурате Аль-Анбия, в 105-м аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: поистине я еще сказал в Забуре, в Псалтыре, после того, как вслед за тем, что было ниспослано им, то, что эту землю унаследуют благочестивцы. Из моих рабов эту землю унаследуют благочестивцы. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في سورة الفصلات في 31 آيات الله سبحانه وتعالى приводит слова ангелов, где они обращаются к верующим и говорят: мы ваши аулия, мы ваши покровители в этой жизни и вечной. То есть и в этой жизни будем вам помогать и вечной. Также в سورة الإمران в 148 آيات الله говорит: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الله سبحانه وتعالى верующим людям дал из этой жизни блага и лучшее благо в судный день. То есть из этой жизни Аллах дает блага своим верующим. То есть это для них рахма, это для них саваб, для них это благо, то, что Аллах Субхану Тааля дает из этой жизни. И вечности лучшее. Также Аллах Субхану Тааля в сурате Аль-Аараф, 32 аяте говорит: «Куль ман харрама зинат Аллахи, лати ахража ли'ибади». Скажи, кто запретил украшение Аллаха Субхану Тааля, которое Он вывел своим рабам? وذكر الزينة في هذه المجال له دلالة خاصة إذا الزينة جمال شيء زائد على الضرورة. И в данном случае Аллах сказал, кто запретил красоту этой жизни? То есть красота, вот это украшение, это выше того, что необходимо. Поэтому даже из халального украшения, из красоты, халаль для рабов Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах говорит, кто может запретить, если я разрешил? وأما ما جاء في القرآن من ذم للدنيا فهو لتأديب المسرفين وكبح جماح المفرطين. А что касательно аяты, когда мы читаем, то есть тут задается вопрос, как же тогда Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, то, что это жизнь это обманывает, то, что это не вечное, то есть к ней стремиться не нужно, да? Мы не говорим, что к ней нужно стремиться, мы говорим то, что человек не должен просто не работать, оставить это все и уйти куда-то в крайность. А Аллах Субхану Тааля такие приводит аяты для того, чтобы проучить тех, которые ослепились этой жизни, которые стали исраф делать, расточительством заниматься. Пример Аллаха Субхану ва Тааля в сурате Аль-Анъам в 32 аяте: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. Это дунья всего лишь игра и забава. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. В сурате Аль-Кахф Всевышний Аллах говорит: приведи им пример этой жизни подобно воды, которую я не спосылаю с небес, после чего она просачивается, эта вода, в почву, и растет растение, питает растение, после чего превращается в такой, как в ломтики, и который уносит ветер. И Аллах Субхану Тааля всемогущий. То есть Аллах Субхану Тааля здесь привел пример, то, что эта дунья не вечная, то, что она такая красивая, а потом ее не станет. فهي دعوة إلى عدم التعلق بالدنيا الفانية. И здесь دليل то, что человек свое сердце не должен привязывать к этой жизни. وهي قصيرة لا تستحق أن تجعل غاية كقول الله تعالى رضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها. И эта жизнь она короткая, и она не стоит того, чтобы человек ради этой жизни жил, чтобы он привязал свое сердце к богатствам этой жизни. Аллах Субхану Тааля говорит, описывал, когда они верующих, они что, раду биль хаяти дунья, они только успокоились этой жизнью, отма анну биха, то есть довольствуются только этой жизнью и успокоились, потому что они не верят в то, что лучше есть у Аллаха в судный день. وقد بعث الله الأنبياء هداة للبشرية ولم يكن من منهجهم الإعراض عن عمارة الدنيا. Всевышний Аллах послал посланников к людям, и из манхаджа их, из их программы, из их дауата не было
то, чтобы человек отказывался от этой жизни, чтобы не работал, чтобы только сидел там и поклонялся, чтобы не зарабатывал. Это не было призыв посланников. Аллах Субхану Тааля говорит о Худе, пророке Худа. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة سورة الأعراف 69 аяте Аллах говорит: вспомните то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал вас преемниками после народа Нуха алейхи салям и дал вам изобилие в соответствии в сотворении. Аллах Субхану ва Тааля дал вам изобилие этой жизни. وقوله تعالى على لسان صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها سورة هود Всевышний говорит صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا что касательно народа ثمود самудян то послал я им صالح عليه السلام который обратился к людям и сказал о люди «Ма уабуду Аллах» – «Поклоняйтесь Аллаху» – «Ма лакум мин илахин гайру» – «Для вас нету достойного поклонения божества помимо Аллаха» – «Хуа аншаакум мин аль-ард» – «Он вас сотворил из земли» – «Вастямаракум фиха» – «И дал вам возможность жить на этой земле». «Уамма каулю Наби саллаллаху алейхи вассалям» – «Ад-дунья сижну л-му'мини ва джаннату л-кафир» – есть хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал «Это дунья – тюрьма для верующего и рай для неверующего». فهي سجن بالنسبة لما ينتظره في الآخرة من الجنات. То она так и есть для верующего в соотношении с тем, что его ждет. Даже если он самый богатый был в этой жизни, но в соотношении с тем, что его ждет в раю, это является тюрьмой. А для кафира, для неверующего человека, даже если он самый бедный был в этой жизни, но был неверующим, это является как раем в соотношении с тем, что его ждет наказание в судный день. وكذلك قول الله قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: эта жизнь проклята и все, что в ней проклято, кроме поминания Аллаха и что за ним следует. وما ولاه هو كل عمل خير يقصد به إقامة الدين وهذا المطلوب في الدنيا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه الإنسان أو دابة إلا كان له صدقة. А что касательно вот этих слов? Эта жизнь, эта дунья проклята, и все, что в ней есть, кроме поминания Аллаха, субхану ва тааля, и что за ним следует. А что за ним следует, это есть любое благое дело, которое дает нам возможное руководство шариата Аллаха, субхану ва тааля, на этой земле. И это востребовано от верующего человека. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если из вас кто-то что-то посадит, из него покушает человек или животное, то это будет для него как милостина, садака. وحياه الرسول صلى الله عليه وسلم العمليه من الدعوه والتعليم والغزوات واقامه الدوله اكبر دليلا على هذا التوازن فلم يمنع الصحابه اشتغالهم بالتجاره او الزراعه او التعلم او التعلم والنشر الاسلام. У пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям была жизнь, он дауа делал, призывал к Аллаху, были битвы, газаваты, но несмотря на это он не запрещал сахабам заниматься торговлей и не запрещал им заниматься там посевом. То есть наоборот, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал. وصحابه هم القدوة ونموذج في فهم الإسلام الصحابة пример в понимании ислама правильного ислама وأقوالهم وأعمالهم في التي تدل على هذا الفهم وبالرجوع إلى سيرتهم نجد أن حياتهم كانت طبيعية ليس فيها تكلف وتعمق يأخذون بالأسباب في الكسب من التجارة والزراعة أو عمل يدوي ويخصصون جزءا من أوقاتهم للعلم مع ذلك هم نصروا الدين وفتحوا البلدان сподвижники они открыли страны, открыли аль-бульдан, завоевали страны. Они распространяли религию Аллаха Субхану ва Тааля. Они брали знания про Корана, брали знания сунны. Самые богобоязненные были. Хайру куруни карни, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Самый наилучший век из веков, мой век. Но несмотря на это, они занимались торговлей и занимались посевом. Аль-Ислам яхуссу аля аль-амал валь-касб. قال سفيان بن عيينة ليس من حب الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك. Именно ислам побуждает нас к тому, уважаемые братья, чтобы мы старались из этой жизни из халяля зарабатывали. Суфьян бин Уйейна сказал:
не является, то есть человек иногда может думать, а не будет ли это привязанность к дуне, если я буду зарабатывать, если я буду хорошо работать. Суфьян бин Уйнейн сказал, не является из любви к дуне, если человек требует из этой жизни то, что ему помогает. وعن الإمام أحمد أحب الدراهم إلي درهم من التجارة وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله сказал, самый наилучший для меня, нелюбимый из дирхамов, это то, что я заработал посредством торговли. А самый, который я не люблю, это то, что мне пришло от моих братьев. وعن سعيد بن مسيب قال لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. Саид бин Мусейб сказал, нету блага в том, у которого нету человека, нету профессии, которую он не требует из этой жизни для того, чтобы расплатиться своими долгами, для того, чтобы защитить свою честь, для того, чтобы, если даже после его смерти, что-то осталось в качестве наследства для его родственников. وقد جاء في القرآن عن داود عليه السلام. И также пришло в Коране об Давиде, об Дауде, алейхиссалям. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. Аллах говорит, мы его научили делать кольчуги для вас. То есть он делал кольчуги. وَصَحَ عَنْ زَكَرِيَ алейхиссалям أَنَّهُ كَانَ نَجَّارًا. Закария, алейхиссалям, был плотником. وَأَمَّا مَا اشْتَهْرَ بَعْدَ إِذٍ مِنْ احْتِقَارٍ لِلْمِهَنْ فَهَذَا شَيْءٍ دَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قِبَلِ الْفَلَاسِفَةِ الْيُونَانِيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْظِمُونَ الْعَمَلَ الْعَقْلِ وَيَحْتَقِرُونَ الْمِهَنْ. А что касательно то, что нелюбовь к этой к работе, это не от мусульман, это пришло от греческих философов, которые не любили работать и возвышали свой акл, свой разум. Но однако, уважаемые братья, в оконцовке этого хотелось бы сказать, самое главное, чтобы ля юдхиль аль-муслима дунья фи кальми. Самое главное, чтобы мусульманин не внес эту дунья, любовь этой дунья в свое сердце. وَلَا يَتَعَلَّقْ بِهَا. Чтобы не было его сердце привязано к этому. حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعِدًا لِلتَّضْحِيَةِ بِهَا فِي أَيِّ الْوَقْتِ. Если нужно, например, нужда есть, чтобы этим пожертвовать на пути Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, он смог этим пожертвовать. وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ لِبْسِ الثَّوْبِ الْحَسَنِ وَالنِّعْلِ الْحَسَنِ. И не запрещено мусульманину одевать красивую одежду, хорошую обувь. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, мы любим красивую одежду, мы любим хорошую обувь. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Инна Аллаха джамиль, юхиббуль джамаль». Поистине Всевышний Аллах прекрасен и любит все красивое. وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. В сурате Аль-Ахкаф, 20 аяте, Всевышний Аллах говорит, «Вы оставили все хорошее в этой жизни и получали наслаждение, поэтому я вас накажу». Это относится к отношению неверующим, аль-куффар. فالتحقيق أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباح الله لهم لأنه تعالى ما أباح لهم ليذهب بها حسناتهم. وقال سعيد بن جبير متاع الغرور ما يلهكك عن طلب الآخرة وما لم يهلك وما لم يلهكك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع البلاغ إلى ما هو خير منه. И в оконцовке, уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля именно для верующих дал из этой жизни все благое и вечность. И из этой жизни разрешил халяльное, и все красивое, и все благое. И он разрешил не для того, чтобы потом им не дать еще вечности, а именно для того, чтобы они в этой жизни и получили и вечности, иншаллах. И как сказал Саид бин Джубейр, поистине мата'аль гурур, вот это временное наслаждение, это что это такое? Это то, что тебя отдаляет от поминания Аллаха, субхану ва тааля. Если дети тебя отдаляют поминать Аллаха, если твоя работа тебе запрещает молиться, отдаляет тебя от молитвы, от поста, то вот это есть мата'аль гурур, что, ну, о чем нужно задуматься, о чем нужно подумать и вернуться к Аллаху субхана ва тааля. Но если тебя не отдаляет от отпоминания Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, то это уже при этой жизни Аллах тебе дал из своих благ и вечности. إنشاء الله получишь еще больше. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنبه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.